как я тут очутился, и сам не знаю, господа, но решил в новогодние праздники, сутки в лесу. Какие тут сутки в лесу? Тут часто я нахожусь, сейчас смерзну. Перевал Арыча, блин. Тьфу ты. Решил я, короче, на новогодние праздники от всей этой московской суеты. Да и вообще в городе-миллионнике живу. И Красноярск мой родной тоже миллионник. И в Питер, когда гоняю, суета, энергия уходит. Я раньше не понимал, кстати, был сосед у меня, когда мне было лет 12-13, он всегда уходил, короче, в горы. Он был альпинист, и он постоянно уходил в горы, вообще один, никого с собой не брал. То есть он говорил: нет, мне нужно отдохнуть. Он работал где-то в офисе, плюс у него была большая семья, видимо, это суета, и он всегда вот уходил на недельку, тоже, по-моему, зимой, кстати. Кстати, у меня штатив, это елка, чтобы вы понимали, просто на елку. Я не знаю, как я повесил телефон на елку, но доволен. Чтобы вы понимали, как я себя снимаю, вот на чем держится мой телефон. Хоба! Вот так, если глянуть, можно туда копать и копать. Фух. Таинственный лес. Ох, реально как сказка, знаете. Вот так бы было, если бы тут не чистили. Как ходить, но это ростом с меня, сугробы. Вы гляньте. Тут прикольно. Прикольно тут Новый год, наверное, справлять. Вот эту елку нарядить. И не надо ничего срубать. Сразу на нее повесил игрушки. Бусы. И я вижу часть снеговика. Часть снеговика, сделанной природой уже. Смотрите, что это за фигня? Такая круглая, это куст. Прикиньте, это муравейник какой-нибудь. А, это пень. Фига он как на зиму укрылся. Ну спи, дружок.
Просто, друзья, даже говорить-то особо ничего не охота. Просто побудьте в этой тишине. Так, хватаем какой-нибудь. Бля. Опа. Идеально. Вот сделал чаек из снега. Снег растопил. Вот еще подтопился снежок. Это, кстати, Владилен, знакомьтесь. Вот тут он будет таращить на вас лупало. Упал немножко. Для него это обычно сейчас новогодние праздники. В общем, как будто, знаете, сейчас сказки вам буду рассказывать. Так, оп, ставни открываю и начинаю. В стороне нашей светлой лесной жил олень, золотые рога. Бывает тут столько снега, что только трубы торчат, домов не видно, и ты только от трубы к трубы идешь. Вот это прикольно на лыжах. А сейчас нет, в этом году вообще мало снега. Вообще какая-то сильно лайтовая зима. В Москве так, в Питере вообще снега нет. Виды вообще волшебные, если честно. Тайга. Ее и не видно, правда. Волк такой. Пойдем, пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Так, вот такая тропа. Когда ты живешь в городе-миллионнике, нужно так заземлиться, приехать куда-то и побыть наедине вот с елочками. До них я не доползу, конечно. А почему я до них не доползу? Блин. Да ну нафиг. А тут же можно дом сделать. Угнездился. Медведь под низом. Короче, когда живешь в городе-миллионнике, слушайте, я не хочу тут жить. Короче, друзья, когда вот живете в городе-миллионнике, там, не знаю, Москва, Питер, а если еще постоянно ездите, то энергию из вас высасывают. Нужно куда-то вот уйти, заземлиться, так скажем, как Светлаков. Мой дружбан, как бы Светлаков часто говорит, заземлиться. Он ездит там в Екатеринбург куда-то. Вот тут охранник ездит на снегоходе, вот следы от снегохода. Thank you.
сказочная атмосфера тут.